как чеха. Я чех, представник посольства Чехии здесь. Я всегда горжусь, когда могу показать и начать использование таких поездов, как City Elephant. Те из вас, которые были в Праге, знают, что такие поезда у нас ездят не только в Праге, а в других городах. Мы очень гордимся этими поездами, а мы очень гордимся тем, что Чехия, как маленькая страна, что у нас такие компании, как Шкода, очень крупная компания, которая сможет производить такие поезда. Они ездят сейчас не только в Украине, есть в Литве, в Польше, в Словакии, а даже в Германии, в Баварии сейчас ездят между Нюрнбергом и Мюнхеном. Германия – это очень такой требовательный рынок, и мы очень гордимся этим. Поэтому я рад, что они сейчас опять начинают ездить в Украине. Я собираюсь, я очень часто езжу отсюда, с главного вокзала в Киеве, в разные города по вашей стране. И уже с нетерпением жду, когда сяду на этот поезд и поеду в направлении Львов. Но у нас двухэтажные поезда, как City Elephant, они являются как пригородскими электричками. Они не ездят длинные дистанции. Это всегда зависит от страны, как страна это организует, но у нас они ездят, я бы сказал, максимум 60-70 километров, не дальше. Длинные междугородские поезда, потом другие. Но это всегда зависит от организации в стране.